Всем привет, ребята, и добро пожаловать на новое видео. У меня квест исцелить, и я хочу до большого ящика дойти. Мне надо исцелить в Браулбол и в Роборубку, там выиграть надо. Ну что, погнали. Играть квестом. Кстати, оцените новый Бравл Ток, ну, по-настоящему БС, от 1 до 10. Мне он зашел на 7. Потому что, как бы, ну, бойцы не супер топ. Ну, хоть сверхредки какой-то. Это и топ плюс. Ладно. Не обращайте внимания, если что, я чуть-чуть приболел опять. Не надо было под дождем гулять. Так как мне этот гаджет Вольта раздражает, боже. Еще надо фиксить Эдгара. Он полная параша. Да ёпрасте. Умри. Умри. Мои тиммейты топ. Бесит уже. На, шо? Шо такое? Что за нервные стали? А? Ну, Мортис, ну подожди ты 2 секунды. Чтоб ты сдох. Да, я дошел до этого только. Я попытался дойти до алмаза. Но это испытание такое вонючее. Бесит. Трудно было. У меня еще и гемов не было. Я потратил все на Бравл Бол. Зря. Кстати, когда выйдет новый сезон Бравл Пасса, ждите сразу же новый ролик. Прям сразу же. Будет очень интересен, кстати. И насчет нового Бравл Толка моего. Он будет прям близко-близко к... Как там его? К Хэллоуину. Потому что... Там будет только один боец. Но я делаю крутые скины. О, Коля. Так что ждите ближе к Хэллоуину. Не ждите прям завтра, не ждите ровно осенью. Именно Хэллоуин. Ждите тогда. Там будет очень много всего интересного. За что мне такие тиммейты? За что? Я отхилил? Да. Е-бой. Пампира. Тикс-кс-кс. Hey girl, пам-пам, пикап. Так, Роборуб, какая у нас тут карта? Пон. Так. Давайте мы возьмем Шелли. Да, погнали. Ну, чё, еще 2 катки выиграть и все, и открываем большой ящик. Надеюсь, кто-то выпадет. Мне же тогда выпала Тара. Ну ладно. Проверим. Кстати, еще новый режим с 8 битом будет. Это тоже. Ах ты ж крыса. Дошел до этой короны прикольной. А я вообще думал, типа, будут вот эти за силовую лигу. Был бы намного лучше. А что сделали за испытание, которое фиг пройдешь? А еще, блин, хотят на 21 победу. Ага. Сами сначала пусть пройдут с этими рандомами. А потом уже. Буду делать на 21 победу. Кстати, ремодель роботов прикольная. Дождались наконец-то. То когда эти роботы, когда? И вуаля, появились. Вообще, это было сразу замечено, когда было написано «Фабрика роботов». Ну ладно. И как рука и поправлю. На! Бот. Помоги. Ну все, Карл бьет. Изи. Видос, наверное, выйдет с утра.
потому что ночью я его сейчас выпускать не хочу. Пусть он выйдет с утра. Да, если что, я видос записываю 28-го, а выйдет он 29-го с утра. И плюх. Плюх. Что, у меня такое тоже есть? Ну, у меня нет такого. И что? И что? И победа! Ну что, ребят, последний раз выиграем. А может и нет, не надо. Ура! Ой, ура, победа! Ну что, открываем. Плиз. Ну что вы за плохие люди? Ё-моё. Сейчас подарок. Какие вы щедрые! Ну ладно, ребят, всем пока. Удачи. И скоро новое видео.